В марте этого года при рытье котлована для перестройки частного дома был обнаружен фрагмент средневекового кирпичного строения. Дербентская археологическая экспедиция под руководством профессора Муртазали Гаджиева приступила к изучению обнаруженного объекта. В настоящее время на месте проводятся срочные охранно-спасательные раскопки. О назначении обнаруженного здания пока судить рано. По своей планировке оно напоминает небольшую келью или подсобное помещение. Обнаруженная средневековая постройка представляет собой небольшое кирпичное здание, перекрытое коробовым сводом, входным проемом с лестничным маршем и тремя нишами в каждой из стен здания. Пол помещения выложен обломками обожженных кирпичей. В помещении выявляются многочисленные фрагменты керамической посуды, в том числе иранской кашиновой, местной глазурованной, а также неполивной столовой.